В 59-м лицее ежегодно в этот день проводят уроки мужества, приглашают ветеранов боевых действий, вспоминают ушедших героев и чтят ныне живущих. Мы должны чтить этот праздник, мы должны всегда помнить о наших прадедах и дедах, помнить, что если бы не они, мы бы не смогли выстроить наше прекрасное будущее. В этот день мы отдаем дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, которые проявили героизм и мужество, защищая нашу Родину. В этот день мы вспоминаем их имена, возлагаем цветы и, самое главное, возрождаем память о них, с тем, чтобы наши дети и внуки знали имена героев. День героев на Аллее Славы собрал немало гостей. Многие уже очень давно связали свою жизнь с вооруженными силами, со службой в российской армии. Уже где-то лет 10 мы отмечаем День героя, не считая в том, что человек был на войне, звезду героя имеет, не имеет. Но он за правду воевал, он отдал за Родину жизнь. Это считаю я героем.